Ну, а ми продовжуємо роботу лайв-студії. Маємо безпосередньо пряме включення з другої сесії обласної ради. Щойно стало відомо, що вона все ж таки розпочалася, але от вже маємо звернення від депутатів про те, що друга сесія облради знову почалася зі скандалу. Тому як частина депутатів не пускали до сесійної зали. Більш того, депутат Олександр Урбанський з фракції «За майбутнє» заявив, що сесія, наприклад, не почнеться через бажання голови облради почекати губернатора. Нагадаю, що сьогодні на порядку денному питання регламенту, затвердження секретаріату, структури і апарату облради, складу постійних комісій та погоджувальної ради. Прошу зараз пряме включення з облради. Давайте подивимося, що там зараз відбувається. Діючих депутатів і депутатів міського совету не пускають на сесію. Не знаю. Ссилаюсь на ваше розпорядження. Ви показуєте удостовірення, нас не пускають. Депутатів міського совету на 4-й етаж. Є закон України, де чітко написано, що депутати... Пойдемте ко мне в кабінет. Коллеги, можете депутатов областного совета пустить на сессию? Депутаты областного совета... Можете ты же не назад, пожалуйста, Рома? Ну ты в натуре уже сегодня перегибаешь палку. Ну ты... Я тебя прошу. Камеру ушли, а ты такое говоришь. Я прийду к тебе на сессию, точно так же буду возле входа стоять. А что раз значит? А зачем должен был губернатор? Проходите. Зачем был нужен губернатор, чтобы нас пустить на сессию? Согласно инструкции. Еще раз говорю, действующий депутат от областного совета. Если не знаете, как действовать. Зачем нужен губернатор, потому что меня пустили на сессию? Пошли. Идите, отойди. Алло. Доброе. Девочки, кто по списку? Покажите, кого мы запускаем. І з нами на зв'язку Роман Сеник, депутат Одеської міськради. Романе, вітаємо. Розкажіть нам, що там зараз відбувається, чому знову штовханина у обласній раді? Добрый день, уважаемые телезрители. Сейчас, скажем так, началась сессия областного совета. Мы, депутаты городского совета от оппозиционной платформы «Жизнь», приехали поддержать своих коллег, послушать, какие решения будут приниматься областным советом. Но, к сожалению, поддержку, скажем так, вот есть видно за мной Нацгвардия, которая не пускает депутатов городского совета, ссылаясь на такую причину, что у нас нет каких-то там списков. Мы показываем закон о местном самоуправлении, конкретные статьи, статья 25, о том, что депутаты даже городского совета имеют право присутствовать на других сессиях, имеют даже продорачивать голоса. К сожалению, плевать хотели на этот закон и никого не пускают. Мы попытались, скажем так, прорваться туда, но под четким указанием руководства областной государственной администрации Гриневецкого, его лично пропустили, всех остальных депутатов не пропустили. Я хочу сказать, что эти люди нарушают закон. И мне очень странно, что представитель президента, который направлен сюда соблюдать законность всех решений, подыгрывает тем людям, которые сколотили коалицию в областном совете. А я хочу сказать, что это депутаты от Европейской солидарности, доверяя делам, и в первую очередь слуги народа и батьковщина. На сегодня сессии, почему они не пускают, почему они боятся вообще присутствия оппозиции? Потому что они хотят принять регламент, незаконный регламент, который не разрешает вообще ни одному человеку присутствовать на профильных комиссиях, там, где рассматриваются вопросы здравоохранения, социальной сферы, бюджета и так далее. Они хотят внести изменения в регламент, нарушая опять же закон, что председателя областного совета снять с должности можно только 2/3 голосов. В общем, ребята делают документ под себя, под своего председателя, для того, чтобы оппозиция выглядела как статисты. Но они ошиблись, нас 40 человек, и мы не позволим этим людям допускать беззаконие в этом зале. К сожалению, их выбирали не для этого, или к счастью. И они не имеют права никакого вообще вести себя так. Я надеюсь, что и президент Украины, который видел первую сессию областного совета, посмотрит и эту сессию, и посмотрит, каким вообще безобразием занимаются его подчиненные слуги, которые обещали народу прозрачность, доступность к власти, общение, коммуникацию.
результате, они боятся депутатов от оппозиции, которые пришли просто на сессию пообщаться с своими коллегами и послушать, что принимается на сессии областного совета. Я вам больше скажу, любой человек имеет право задать вопрос даже губернатору или любому депутату или даже председателю областного совета. По регламенту сессия голосует, и этот человек имеет право выступать. Так что хотят сделать эти негодяи? Они просто лишают права доступа кого-либо в сессионный зал. То есть просто плевать хотели на то, что есть в Украине законы, и делают все свое дело, которое они, вот, к чему они пришли. Я вам больше скажу, это просто безобразие. Сейчас, например, чтобы попасть в кабинет председателя областного совета, вы теперь просто так не сможете зайти. У него там теперь стоит система специальная, которая только по пропускам, только по магнитным картам. Вы сможете попасть в его кабинет. Вот, вот что такое слуги народа. Вот вам власть, которая действительно обещала людям с экранов, телевизоров, что все теперь будет по-другому, что мы всех накажем, что мы станем приговором негодяям. Так они сами стали этими негодяями. Они сами стали беззаконниками, которые плевать хотели на народ Украины, на Одесскую область. Романе, а можна уточнення? От ви зазначили, що депутати міськради прийшли, аби підтримати депутатів обласної ради. Як саме ви збираєтесь це робити? Ну, каким образом? Понимаете, когда ты ответственный депутат, например, городского совета, тебе очень важно присутствовать на сессии областного совета, потому что там принимается бюджет. Потому что через областной бюджет городскому идут определенные субвенции. Я и вот лично даже когда приходил на сессию районного совета, я просто хотел посмотреть. Много депутатов, которые впервые стали. Люди иногда спрашивают какие-то советы по поводу работы в комиссиях и так далее. То есть никакой проблемы не было никогда, вообще ни при одной власти, чтобы депутаты других уровней присутствовали. Я вам больше скажу, проблема даже не в депутатах ОПЗЖ и горсовета. Да? Проблема в том, что вот я видел сегодня ряд руководителей объединенных территориальных громад, которых тоже не пустили в сессионный зал. Когда в сессионном зале могут сидеть и мэры городов, и главы ОТГ, главы других районов. Никого не имеете права. Все, это наша частная собственность, это наш частный бюджет, и мы не собираемся с вами здесь о чем-то разговаривать. Скажіть, а наскільки я розумію, сесію не починали так, як чекали голову обласної адміністрації. А чому так взагалі складається? Адже, наскільки я розумію, все ж таки обладміністрація та облрада – це трохи несуміжні органи все ж таки. Ну, это абсолютно два разных органа. Я вам скажу, что областная администрация находится в этом здании на птичьих правах. Они арендуют один этаж, и если сессия примет решение, они вообще могут отсюда съехать и ехать себе работать где-то там, в бог знает какую деревню, и развивать там регион. На самом деле они не имеют никакого отношения к зданию областного совета, но поскольку у них есть коалиция, то есть вы должны все должны понимать простую вещь. У нас на сегодняшний день по Одесской области есть коалиция. Слуга народа, Европейская солидарность, доверяй делам. За то, что они назначили Коваля секретарем горсовета, президент назначил губернатором, доверяя делам человека Гриневецкого. Точно так же случилось и с районным советом, где назначили, доверяя делам, человека Барвиненко. То есть на сегодняшний день это связка, это преступная связка, которая работает исключительно на свои интересы. И почему областная администрация, почему совет начинает сессию? Да потому что они слушают, что говорит им губернатор, и они вот, то есть это не является самостоятельным, грубо говоря, такого регионального уровня законодательным органом. Это марионетки, которые просто выполняют указки. И меня крайне поражает, как это так. Зеленский, который обещал всем справедливость и все остальное, сейчас сидит и назначает тех людей, с которыми он обещал бороться все эти годы. Что это такое? Это безобразие просто. Зрозуміло. Дякуємо вам, Романе, за те, що долучилися до нашого ефіру. Обов'язково тримайте нас у курсі подій, які відбуваються в облраді. А з нами на зв'язку був Роман Сеник, депутат Одеської міської ради. А ми продовжуємо темою Ради, тільки вже Верховної. Щойно стало відомо про те, що Верховна Рада посилить відповідальність за кнопкодавство. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після наради з главами фракцій заявив, що до 15 січня створять зміни в закон про відповідальність за кнопкодавство. Зараз нардепи за кнопкодавство повинні заплатити штраф від 51 до 85 тисяч гривень. Цю норму, саме цю норму хочуть посилити.
посилити. Крім цього, у Верховній Раді з'явиться більше камер. Рішення про посилення штрафів за кнопкодавство з'явилося після заяви «Голосу» про те, що на голосуванні за міністра освіти і науки кнопкодавили депутатів. У цьому питанні зараз розбираються. Безпосередньо голова партії «Голос», до речі, саме сьогодні обіцяла надати докази. Ну і повертаємося до Одеської обласної ради. Маємо звідти пряме включення. Давайте подивимося, що там просто зараз відбувається. Тому пропоную включити до порядку денного проект рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2016 року номер 580-7 про затвердження обласної цільової програми «Доступна медицина» на 2018-2019 рік. Прошу включити систему. Зміни до порядку денного. Прошу включити систему для голосування. Прошу голосувати. За, дякую, проти, 3, утрималось 0. Рішення прийнято. Внесені зміни до порядку денного. Слідуюче. Далі, йдемо далі. Слово надається для пропозиції до змін до порядку денного Андрієнку Віктору Володимировичу. Добрий день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемый Георгий Витальевич, Сергей Рафаилович. Я хотел бы в целом сказать пару слов о подготовке предстоящей сессии и о повестке дня и сделать предложение об изменениях, соответственно. Хочу обратить внимание, что у нас первая сессия, скажем так, была подготовлена не должным образом и прошла достаточно с нарушениями, с провокациями, что... Тож, власними очима, все ж таки побачили, що сесія, друга сесія Одеської обласної ради все ж таки розпочалася. Депутати починають приймати якісь рішення. Щойно будуть остаточні рішення, ми обов'язково вам про них повідомимо наживо.